Послание к Колоссянам, глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте
дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Послание Колоссянам, глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукою Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Псалом 30. Начальнику хора Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях.
изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречия многих, отсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твою рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререканий языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Книга пророка Исаии, глава 63. Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризу у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня». И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут», и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своею, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и могущество твое. Благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя твое, Искупитель наш». Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя?
обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Короткое время владел им народ святыни твоей. Враги наши попрали святилище твое. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя твое».